Сегодня без «а что если?». Давайте. Короче, у нас сегодня интересная задумка, называется «Миссия невыполнимая». Сегодня будем пытаться ее выполнить. Раз, два, три, четыре, пять. Есть рапира. Погуляй. Так, мы сделаем вот так вот. Раз. Так вот. Два. Вот так вот. Три. Вот так вот. Четыре. Хорошо. И ждем курочку. Че, дерешься там? Ну, я ломаю по чуть-чуть, но сейчас балуюсь, смотри. У них таракан на базе завелся. Ух ты. Ой-ой-ой, это рапира отдана. Скажи-ка, дядя, ведь недаром рапира отдана. Девять секунд. Смотри, байбэк. Байбэк. Ха, лол. И убегает. Вот, вот именно то, о чем я и говорил. Чтобы можно было оттуда уйти. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». Но сегодня я не буду говорить «А что если?», потому что я говорю это постоянно. «А что если?», «А что если?». Сегодня без «А что если?». Давайте. Короче, у нас сегодня интересная задумка, называется «Миссия невыполнимая». Сегодня будем пытаться ее выполнить, так как миссия невыполнима, мы попытаемся ее выполнить. Ну, все же, мне кажется, понятно. Антонио, ты тут на связи? Здравствуйте, да, я тут. Камон. Чисто как это, как бот. Здравствуйте, да, я тут. Команду передал, Роджер Зет. Так, в общем, короче, у нас сегодня миссия невыполнима, которую мы будем выполнять. И я, если честно, думаю, кого бы мне взять в пару из персонажей. У-и-о-и-о-а. Вот, да, и как бы смысл в том, что сегодня... Антонио, вот смотри, я хочу чисто провести небольшую параллель. Я хочу взять героя в руду. Сетки будут ставиться вот так вот. И да. Я буду во время их драк шестислотовый подкусывать колодец у них. Угу. Угу. Что мне... Да, что мне в пару взять такой? Может, какого-то тебе файтера взять? Чтобы ты мог... Чтобы я его отвлекал просто постоянно. Типа, драками всякими. Ну, типа, да, я думаю, может, как-то так. Вот, и я хочу выфармить 6 слотов на бруде и ломать колодец. То есть, смысл, задумка такая, типа, типа у них на колодце завелся таракан, которого они не могут оттуда выкурить. Понимаешь, и только драка начинается, и она начинает бить колодец. Моей бабушке тоже в колодце есть таракан. Смотри, блин, два таких героя, которые меня будут, в принципе, досаждать. Свапы какие-то, прочеки двойкой. Феникс. Так, сейчас, не знаю даже, кого взять такого. Так, ну смотри. Замит? Да, я центральный коридор пойду. Тебе может что-то такое более грозное взять там? Такое прям страшненькое, может. Да, я хотел инвокера, но на мид, не на мид, не... А, да, он в бане. Понял. Я не привык, что его тут он всегда недоступен. Это вообще... Слушай, а не хочешь взять спектру? Спектру? Да, мне очень. Жадная? Ну, я один лайн буду стоять только. Центр, и, возможно, буду вот здесь подкусывать. Просто ты хочешь, чтобы я их отвлекал постоянно, а мне самому слоты нужны будут. А, ну и ты, в принципе, приходить будешь с ультимейта. Смотри сам, короче. Усра есть там. Жага. Но Жага ватный. Там станы, смотри, там 4 стана. Урса тоже станы не любит. В принципе, все станы не любит. Хускар, Феникс вырезает, а все остальное, в принципе, тебя не пробивает. Найкс, Найкс доджи, все. For honor. Yes. Шойд. Шойд дед доджит тоже. Собака. Зет своим пушем напрягает. Шамана еще взяли. Офигеть там контроля. Просто посмотрите. Я тебя не слышал. Ты вырубил ником? Нет, нет. Тебя подлагало, походу. Походу. Я в шоке, что там столько контроля. Просто посмотри на это. Да. Я говорю, нам начало вот пережить. Я не знаю как. Но у нас реально, такой... там даже кора нет вообще. Но они очень сильно будут душить в начале. Ну, посмотрим, пойдет. Как пойдет.
Так. Не знаю, но я довел ставку, что будет очень тяжело из-за того, что я еще спектру взял. Как фармить, как жить. Ну, я не знаю, я анализировал, типа, что-то там Джага был, может, еще там Void, но, видимо, ты не слышал. Джага, я это вообще ничего не слышал. Вот когда я сказал, что там пик будет из нюкеров, ты у меня молчал, я ничего не слышал. Ну, я говорил, видимо, у тебя подлагал. Не суть. Я... Джаггера, кстати, хорошая идея, надо было... Джаггер, он... Дело в том, что он сможет ранний актив какой-то давать. Спектра, она такая, да, более пассивная. Да. Там очень много стана, очень лютое гнобление будет. Я бы вначале то спейсил. Я думаю, хорошо. Ну ладно. Что сделано, то сделано. Что сделано, то сделано. Ну, может, они ракушки и вообще будут стоять на колодце АПК. Не давать мне как? Его сломать. Ой, бывает? В Вайкапе, что есть ракушки играют. В Вайкапе ракушки? Это невозможно. Да. Impossible. Very impossible. Так, блин, это на самом деле проблематично, что там очень много контроля. И реально, смысл бруды — это же бить и отхиливаться, а там очень много контроля, поэтому немножко проблемно будет, я думаю. Так. Вот так вот сделаем. Куру. Куру, да, у меня нету куры. Где Привет. Кура? Где? Ура, день, пишет. Ура, день. Эй, бро, где плюс? Понял, у меня куры, короче, нету. Я просто закрываю, чтобы на будущее куры закрыть. Он пишет, кура, дай кура. Я такой клацаю на базу, а где кура? Чел, где кура? Ну, он такой плюс отправил, плюс. Тебе все. Договорились, все, разошлись. Типа, ну ладно, ладно, смотри мне, только ты куру купишь, я напишу, да? Мне кажется, он еще ожидает от тебя куры просто. Он написал плюсик, типа, и теперь ждет, куда ты дашь. Ладно, ладно, смотри. Опа, смотри, кура появилась. Опа, кура появилась. У нас с ЕСом тут борьба за крипосов. За крипосов. Такое на Эрсбруйке. И три Ирнбрюнки. Ирнбрюнка. Ерунбрунки. Так, чё, ты их куру себе оставишь? А? Или ты их куру себе оставишь? Или как? Я тебе дал куру. Тоже. Угу. Ой, хорош. Хватило таки мне дэмэджа. Странный ЕС, он без двойки, он фиссуру походу качнул. Так, мне нужен курьер. Не канает. Все. Давай, давай. Давай, давай. Мистер Эндерсон. А, мистер Эндерсон. О, блин, я думаю, как тут играть? Тут будет прессинг или будет АФКшинг? Как думаешь? Ну, Феникс и Раста будут полу... Я думаю, это будет бешеные полудурки. Игра называется. Автоботы вперед. Автоботы, в бой. Что тут просто райт-клик на линии они поставили и так и стоят. Они не активные, пассивные? Нормально играют или... Бот пассивный, я так бы сказал. Окей, это ж хорошо. Не убийца. Окей. Это хорошо. Так, ну ЕС у меня в принципе в миду в ежовых стоит пока что в рукавичках. О, фиссуру отдал, можно напасть. Хорошо, давай. Двойка есть? Хорошо. Мне не страшна и двойка, и вообще... В четверти. Двойка в четверти не страшна. Ну, у меня все тараканы сдохли. Дихлофос кто-то принес, все тараканы сдохли. Осуждаю, осуждаю. Знаешь, да, песня вот эта, музычка? Осуждаю, осуждаю. Осуждать. За права тараканов борешь? За права тараканов! Во славу тараканов! Ой, бро, мне больно, не надо, дядя. Ну тут я не умираю. Блин, он на тангусах жесть как живет там.
Забрал бы его. Тангусы душат. Надеюсь, мне фиссура по голове не прилетит. Постоим в стороночку, порегенимся. Так, мне нужен хил, мана. Мана. Хорошо, вот так сделаем. Я стараюсь сильно как бы не прессинговать на пуш сейчас, потому что нужно очень много фармить. Если я мид рано сломаю, то, соответственно, будет у меня проблема, негде будет фармить. Как бы вот такой вот вопросик. Как бы вот такой небольшой вопрос у нас тут стоит. У него маны нету, найс. Хорошо. Отлично. Хорошочка. Пока что фармируем. Блин, билд очень мне понравился. Играл на стриме. Через скади. Арчит. БКБшку, рефреш. И что-то там еще я брал. Блин, такой классный билд получился, честно говоря. Через неубиваемость какую-то. Да, он бруда, короче, именно с рефрешем. Там у меня БКБшка была тупо, короче, ты постоянно на ульте. На таком лютом прессинге. Прям, ну не знаю, прям так пушечно выглядит. Прям очень ну, круто. Очень реально, очень жестко было. Но не хватало контроля прям. Короче, ЕС играет через фиссуру фул. Если что. Фул это в смысле он глупец, понял? Так, возьмем стик. Фул, да? Да. Стик тугезер. Тим. Тим, стик тугезер. Ча, настакем тараканов? Осуждаю. Ой, ну да. Ладно, это не так страшно. Ну и не страшно. У кого нету дика? Даже имя такое есть, английское. Дика. Дикс, вы болван. Дикс, вы болван. Ой-ой-ой. Дикс. Смешная фраза. Дикс, вы болван. Что это вообще? Это с фильма с какого-то? Голый пистолет. Лесли Нильсон. Так, я в Т-шку выйду, наверное. Никого на меду нету. Точнее, пистолет. Пистолет. Голый пистолет. Хорошо. Я, наверное, тэшку вторую таки подгребу. ЕС-6 есть? Ох, ЕС-6 есть. Шестой. Бер. Жок. Базар у жок, да, у ЕС. Бер. Просто, меня... Он просто дал телепорт и сфидил меня и... тут. И еще раз телепорт сделал на базу. Да, на базу, то есть уже. Я хагейм долбить не буду, я в леса сейчас уйду. Детки размакшу. Все, найс. Да убей его, да убей. Так, ну я смотрю, в принципе, прессинга лютого на начальной стадии нету. Я лайн выиграл. Я думаю, я фулл фарм ухожу. Дальше, да, типа, работа за мной. Да, и в принципе, ну, в принципе, тупо сейчас фармим, и все. Че там, хочешь себе что-то послать, да? Да, тебе надо? Не так срочно. Бей, можешь брать. Ну, у меня мидас через... Опа. Опа. Я тоже тайкап, походу. Мне мидас через 100 золота. Да, да, держи. 50 золота. Так, тогда наверх. Надо куру послать, потому что перчатку не купил. Хорошо. Я лес подколочу, короче, вот так вот. Побегаю. Лесочек, лайн. Вот так будем фармить. Ну, типа стандартный выфарм на бруде. Короче, не мусор, не болванты. Все, есть мидас. К тебе там идет дик какой-то. Нормально. Я просто тупо фармить буду здесь.
Чисто стакаем тараканов тут. Так, ну, наверное, на золото буду давить мидасом, потому что все-таки мне требуется огромное количество артефактов в этой катке. И чем раньше они будут, тем будет лучше. Именно буду стараться как-то так действовать. Через мидас. Давай, нужно действовать. Вы должны действовать. Так, окей. Вот так вот раскачиваемся. На всякий случай. Вдруг кого-то придется убивать. Время убивать. Ой, это походу меня время убивать. Че, к тебе там пришли? Да, вообще меня будут по лесу гонять. Я видел ЕСа в лесу, я видел там Феникса. Феникс на миду был. Шаман тоже. А, шаман внизу. У шамана три руки. Руйка пришел на топ. Бедолашка. Бедный ЕС. И тараканы душат его. Ладно, подерусь. Подерусь. Ух ты. Блин, ну БХшка. Ладно, на БХ нельзя рассчитывать. Дай ему тосик, чел. Хорош, хотя бы так. БХ хотя бы что-то нажал. Уже хорошо. БХ, БХ. Так, медасик кинуть. Ой-ой-ой. Смотри, с дабл дамеджем она. Ладно. Да. Нормально. СК будет убегать. Умрет, наверное. А, ну вот так вот даже. Собрать. Оп, золотишко. 86 золотых просто за то, что я рядом посмотрел, как Санкинг лопнул. Прикольно, мне нравится. Так, 11 минута, фарм вроде идет, да? Ты с брокером стоял на миде? Да, он там 0.3 бедолага. На мид кто-то вышел, баха, да? Сейчас надо фармануть. Все, я на мид побежал фарм забирать. Невыгодно стоять в лесу фул и как-то выфармливать что-то. Не забывайте лайн подталкивать. Так, туда. Хорошо. Походу мне ГГ. Че, гангает тебя? Может и нет. Жесть, ты там с мамедией будешь играть? Магнезией. Ага, понял. Это чтобы штангу поднять, да? Так и посильнее быть. Странный Феникс. Я думал не убивать его, может залагал, а потом оказывается он яйцо нажал, значит не залагал. Значит он МХ. Кстати, начало сезона, и сейчас такие странно, что еще никто не ливнул. Потому что обычно начало сезона просто альт-ку-ку. Уже, как знаешь, как на затворе у тебя рука постоянно альт-ку-ку. Типа только, знаешь, что не понравилось. Я вызываю тебя на дуэль. Кто в 12 по полудню нажмет первый альт-ку-ку, тот победил. Вот Джиза отвечаю. Так, все. Просто фарм. Алло. Алло, Итахин. Алло, Итахин. Алло, Итахин. Алло, Итахин, дай кура. Дал. Я прикалываюсь с этой темой. Day, day or night? Day, night. Кит Куди, который. Кура, дай зебе бер. Бер зебе кура. Не знаю, может через радик попытаться фармануть. Тут катка будет, я хочу тут катку 50 минут где-то. Если они не ревнут, можем стоит. Да не, офиген должно быть. Фарм идет, может повесить.
Опа, меня поймали. Кажись, мне ГГ. Ой, бирот. Нифига меня приняли, шаман сетку в ту... Короче, там этот... Вот сейчас с этого и начинается вся веселуха. Вот то, что сейчас вот убили меня. С этого и начинается, как правило. С этого, как правило, и начинается. Агрессия нужно включать. Понял? Когда Урса это начинает подрубать. Да мы все, и побежал. Тракса Виндрунерс. И полетел. Ням-ням. Чисто. Так, ну, наверное, все-таки я в Радик выйду. Че-то как-то хочется, походу, Радиенс. Но они камбэкнут, дядь. Я тебе говорю. Вот сейчас меня убили. У меня стричок, качок. Чочок. Стручок, да. Стручок. Осуждаю. А Сакр... турничок? Турничок, конечно, дядь. Ну как без турничка-то, ё-моё. Турничок я 24 на 7 делаю. В скобочках нет. Ты его чинишь, что ли? Я чиню его. Феникс только меня увидел, сразу сентяк воткнул. Интересный ты, конечно, парень. Но по-любому у них вардов куча. Иди жри вот этого. Хотя, давай вот здесь вот попукаем. Пойдем в лесок, наверное. Опача. Застревал. Так, ладно. Это сюда, это вот тут вот так напукаем и погнали в лесочек. Не хочется ходить довардить, поэтому варды мы проверять, скорее всего, не будем. Next скади сделаю. Ох, там СК фармю и делает. У них в лесу вард стоит. Хорошо, что я там не пошел фармить. Ну, они на миду, короче, все. Я еще ультану. Да мы как бы тут не собираемся вроде драться, я фармлю спокойно. Мне никто не мешает, я им не мешаю, они мне не мешают. Чисто стандартная симбиотическая жизнь таракана на кухне и людей. Они мне не мешают, да. Правда, сейчас шамана за ногу укушу. Ну, яичко побьем. 4, 5. Хорошо. Классно, что я с вардов тоже отхиливаюсь. Ой, бро, нифига себе. По идее, промахнется. По идее, промахнется, говорит. Ну там 70%, ну извини, ну по идее, ну должен же промахнуться, правильно? Кстати, да. Ну, типа, шанс был 30%, и этот шанс как бы просрался. Это ж хорошо. Это, получается, калькулейтит или нет? Не, это калькулейтит. Если шанс больше половины, значит, можно на него рассчитывать, я думаю. Ну и все тогда. Значит, значит, уже пора ФФМ писать. Это ж хорошо. Так, ну, Радик я выформил. Далее мы делаем скадуи. Со скадуи будем. Скадуи. И дальше продолжаем фармить. Скадуи и дальше фармим. Главная задача здесь у нас попробовать сделать то, что я хочу. Прям вот оно вот должно вот получиться. Но тут в мои слоты упирается все. Наверное, кирасу еще надо будет сделать. Ну, для колодца, да, наверное. Да, кирасу по-любому. Кираса. Скади просто на плотности для стат я делаю. Ну и в целом билд прикольный со скади. За медло там вообще жесть, челы на месте стоят. А для убийства колодца? Там, может, есть что-нибудь другое? Слушай, нет, будет... рапиру. Рапира, скади... Типа кираса, и этого там хватает прям за глаза, потому что у тебя огромное количество урона, плюс отхил. Ты, получается, за один заход там, ну, что-то около 15 тысяч вырезаешь хитпоинтов. Прям очень много, короче. Если честно, я это тестил тогда, когда у меня свет выключили, и сейчас забыл уже, короче. Сейчас же писать сели, и надо забыть, значит.
Вот, ну я думаю, нормально. Сейчас в голове спроектирую тот самый билд, который я тестил, чтобы было поприкольней. Ну, проектируй, проектируй. Давай, давай, проектор включи. Включай проектор. Бросай булку. Бросай булку, да. Бросай булку. Так, ну цело нормально идет. Друзья, не забывайте подписываться на ТГ. Ссылочки будут в описании. ТГшки каждый месяц розыгрыши. В конце месяца, поэтому залетайте. Разыгрываем яхты, квартиры, машины, самочек. Красивых. Кто не выкупил это? Кто не выкупил это, шутка, если что. А то подумайте, что. Бананы и людей. Да, на самом деле самцов. Самцов. Хорошо. Блин, как же у меня тут фарм идет. Просто посмотрите. Просто посмотрите. Че, на меду там они суету хотят навеять? По лесу кто-то ходит. Кто же по лесу ходит? А, смотри, какой. От Радика сдохнет. Я не попал. Не попал, знаешь, ты чисто. Затроллить можно было чувака. О. Че, к тебе пришли? Один. Хорошо. Блин, кайф. Не долблю мидасом на экспу. И прям вообще пушка. Так, скади есть. Хорошо. Хорошо, так можешь сюда на энчантов отправлять. Блин, тараканы хорошая штука. Они тоже, я что-то в последнее время их прям начал на фарм отправлять. Они, в принципе, неплохо кэмп подгрызают. Неплохо. Так, неплохо. В основном всегда старался их пускать на этот, на пуш тупо такой суицидальный. Они в целом и пушат-то неплохо. Потом посмотрел гайд Хинозеса. Да, потом понял. Посмотрел на гайд Хинозеса и подумал, а чё я как лох играю? Вот так вот, раз, тут и тут уже такой отрядик, этот отряд сюда пойдет загрызет. Там нашим чапалахи дают ХГ, это ж хорошо. Не, они стоят под ХГ по одному. Неудивительно. Неудивительно. Так, скади положил в инвентарь. Хорошо. Блин, кайф сетки поставил, как мне удобно. И стою, кайфую просто. Скади есть, разрешите доложить. Докладываем. Подкладываем. Закладываем, осуждаю. Опа! Опа! Шутки пошли тупые. Как Хинозес. Тупые, да. Тупие. Тупие, дотби. Не надо бить тупим. Надо бить би, умный би. А чё ЕС не прыгнул, то что я бы лопнул сейчас? Странный ЕС? Ну ладно. Так, ты чё там себе тоже куру ждёшь? Да. Красава. Ну, я уже купил. Но мне только на базу отправить. Хорошо. Тогда себе отправляю. Интересно, вообще что-нибудь получится у меня в этой доте здесь? Что-нибудь интересное, красивое. Не знаю, но УАЗа бы точно получилось. О, ну там уж извини, там уровень игровой другой совсем, конечно. Там, конечно, не дотянуться даже взглядом. Недосягаемо. Слишком далеко, да? Не умри там со смеху. Это плохо будешь, если в стриме, блин. Во время видоса погибнешь, будет не очень. А если после видоса, то норм. Ну норм, конечно, ты чё. Норм, конечно, чё нет-то. Да, я норм, пацан. Как дела, норм? СК, конечно, очень жестко зачищает тараканов за счет тройки. Вообще жестко. Так, ну мне next кираса. Блин, кстати, Радик в рапиру разберу. Че тут, блин? Смотри его закуп.
Нога Человека-паука даст ты. Реально, да, твою ногу одну купил себе дополнительную. Опа! Нифига себе там суета. Че, внизу напряга там жесткая. Брат за брата. Да вот снова взято. Что за пацанский цитат? Меня пробрало что-то. Так, 2800. Да, я Кирасу next там хочу. Кираску. Вы там если что можете подфидить, как бы, ну, стандартно. Если что. Мы можем. Можете. Попробовать. Ух ты, нифига себе. Брак за браков. Пират за пирата. Бират за пирата. Бират за пирата, вот это я понимаю. Как тебя зовут? Бишимбаев. Осуждаем. Осуждаем? Осуждаем. Что не надо, осуждаем, брат. Ты чё? Ой, что-то вообще, знаешь, такая дотка получается смешная немножко. Чилоунская какая-то. Чилоун. Есть у меня там. Ну я два лайна выфармливаю, мне вообще по кайфу. У тебя там тоже, по идее, лесочек должен быть. Full free. Лесочек чисто сижу, да. АФК. Лесочек, лайнчик там. Это сайт фарминг. Да. У меня сейчас кираса уже будет. Нормально, я так быстро очень поднимаю. Что они по миду решили пойти? Ну это ж хорошо, те самые вылазки по миду, которые мне нужны, но у меня еще нету артефактов. Здесь не хочется брать промах, так как здесь именно хочется через тот билд играть, через который я хочу. Ох что, ты. Будем мы им отвечать или бросим? Слушай, ну вообще желательно, ну они там тэшку... Вообще желательно так бы, ну, немножко давать бы им отпор какой-то. Но я сейчас кирасу сделал, наверное, тогда пойдем. Давай так сделаем. Чтобы они, знаешь, немножко так, ну, типа, ага, мы можем, а потом, оп, не можем. Нифига. Мы можем, а не можем. Хорошо. У меня сейчас кираса будет. Я, в принципе, могу кольцо продать. Они там почти добитые все. Да? Надо... Но можно будет принять. Можно будет принять. У меня вот есть. Давай на отходе. Они будут уходить. Кирасы есть. Или го в наглую, я ТП-ши сюда. ТП-шку. Погнали. Го в наглую прям, я глифану. Ехала. Шамана сразу сольем. Эх, не получилось. Я просто каракатица, на самом-то деле. Нормально, в мид дальше выйдем. Пойдет, пойдет, чуть оттолкнули их. Пойдет, то, что нужно. То, что нужно. Фига за медло, какой кайф. Снайпер плетанет? Хорошо, собьет. Хорошо. Все, дальше я не пойду. Моя задача выфарм. Ты ненавидишь глупцов? Я ненавижу глупцов. Так, у меня еще два слота. Хорошо. Так. Нужно разобраться, что по слотикам. Принц... А, шарт я помню брал. Все, точняк. Да-да-да. Дорого-богато. Давай с его выбьем с этого. С Торментора. Торментора? Да. Это что такое? А, ты про Муншард говоришь. Я вообще не выкупил, что за хрень, какой-то Торментор. Я думал, ты начинаешь про Аганим Шард говоришь, типа, ну, понял, там приколки, шутки вот эти все. А, ну, Дота 2. Дота 2. Думал, что-то с тобой не то. А это, оказывается, с тобой что-то не то. Да, и не только сегодня. Каждый день. Так, короче, смотри, у меня получится Шард. Рапира есть. И что-то еще надо будет придумать. Что-нибудь прикольненькое надо будет собрать. Не хочется что-то такое прям именно тупо в колодец. Потому что нет задачи именно тупо в колодец. Собираться. Но ты без тупо в колодец можешь его убить вообще? Да. Изи, бизи, изи.
Арзатизи. Главное... начать. Главное начать почуть, там будет интересно. Они просто будут за мной бегать там. Я просто хочу 6 слотов добить. Так, ну-ка, кого убить? Я иду. Хорошо, Арзатезу на топе. Тавр сломали. Нифига там, видел ультов сколько положили в иллюзию? Нет, я не видел. Там и скайпе центр положил, по-моему, и хаслэм еще был. Жесть, пацаны психанули чисто. Ну ясно, актеры. Актеры, ну хены актеры, ну стандартником. Че ты там, лесочек колотишь, да, я пошел дальше в лес. Так, можно взять муншард. Муншард, рапира, получается, муншард, рапира. И один слот какой-то докупить нужно будет мне. Какой-то интересный слот. Шурмант. Значит, не хочу бабочку. Бабочку прям не хочу. Потому что бабочка дает промах. Ну, это, с одной стороны, это хорошо, что она дает промах, да, чтобы ломать колодец. Но в целом, вся и сама интересная игра, которая должна быть, она еще, в принципе, не началась. Ну, дебаф ты от третьего не повесишь на колодец, если против колодца же имба. Да, 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 ульта. Ульта мне поможет так отхилиться и все. Хорошо. Сейчас что-нибудь придумаю насчет шестого слота. Так. Как хорошо, что они не могут нас кикнуть. И у нас позитив стат. А это чисто такое, знаешь. Надо Рошана, кстати, зафармить. Сейчас пойду Рошана зафармлю, доп золотом. А Егис я брать не буду. Не, его разбить надо будет. Я так думаю. Особая стратегия. Брать Егис, конечно же, не буду. За шквара Егис брать-то чё? Мы ж в детстве всегда разбивали Аегу. Да, он так, же пацаны, урона не дает. Урона не дает, зачем Аегис нужен? Блин, а в чем логика реально? Мы неужели мы настолько тупые были, что не понимали, ну типа Аегис? Мы постоянно разбивали? Я Ной, когда только начинал играть доту в компах, я думал, что вообще скиллы нужно использовать только тогда, ну, которые урон наносят, когда у типа мало хп, чтобы именно добить. Я никогда его сразу не давал. Меня за это всегда... ну понял, ненавидели. А я думал, это нормально. Вот у меня, я играл на Скелетон Кинге тогда. И я стан никогда не давал, чтобы начать драку. Только когда у типа 200 хп останется, только тогда я его кисал, чтобы добить. Блин, это жестко. Это звучит прям максимально дико, потому что... дико. Представляете, а это было нормой. Для меня. Гаес там солид, божит. ПП, это мы ожидаем. Ожидали. Можно выйти, пожалуйста, отсюда? Почему я как загнанный пес? Ты сейчас пёс. Пёс, сейчас ко мне пойдут, наверное, да? Хорошо, что у нас подвардили, ребята. Радует. Так, ну в принципе, я могу начинать почуть свою стратегию отсутствия дихлофоса у оппонентов. Потому что они уже такие вроде. No Dichlofos Gaming. No Dichlofos Gaming. У меня есть, по сути, рапира. Так, и мне нужен второй курьер. Либо ты себе купишь куру, я дропну свою куру. Давай. Хорошо. Хорошо, вот так вот сделаем. Radiance. Раз, два, три, четыре, пять. Есть рапира. Погулять. Теперь шар есть, 300 урона. Можно шутку про 300? Спрашиваешь у меня что? Да. Так, все, я начинаю по чуть. Я боюсь осуждения. Не надо бояться осуждения. Нужно бояться своих мыслей. Так, мы сделаем вот так вот, раз. Вот так вот, два. Вот так вот, три. Вот так вот, четыре. Хорошо. И ждем курочку.
Кто и там у вас суета какая-то, да, товарищи? Сейчас они пойдут. Внизу три, один на базе. У них кто-то. Оу! Щит. Кто-то у них на базе здесь. Ага, вот. Шаман. Че, дерешься там? Да, убил. Хорош. Ну, я ломаю по чуть колодец. Балуюсь, смотри. У них таракан на базе завелся. Ух ты. Ой-ой-ой, а это рапира отдана. Скажи-ка, дядя, ведь недаром рапира отдана. Мусор эту карту. Жесть. Но, если честно, я не видел Еса, как он подошел. У него лотар есть, ты не видел? Я не видел. Ну ладно. Ничего страшного. Но в целом... Если бы такое происходило в самой обычной игре, просто чел пошел, попробовал убить колодец и сдох закономерно. Блин, ну типа, знаешь, в чем прикол? Короче, стратегия немножко дала сбой. Знаешь, какой? Почему я взял танго? Танго, чтобы сделать себе отход. Потому что когда бруду видят, у нее не работает этот... Сетки. Да. Соответственно, что я должен сделать? Прорубить себе отход. Он положил фиссуру. Все. На этом, как бы, история закончена. Но ничего, заберем рапиру, это все мелочи. Я доломаю им колодец в любом случае. У нас спектра на фарме есть, так что... Сейчас самая начнется интересная игра, потому что сейчас слота нету. Одного... Ты не умри там, смотри, ерзбруйка там еще. Damn. Я куру, правда, no слил. Way. Завел сюда, все тупанул, надо было тут выкладывать. No way. Ну, колодец они в любом случае потеряют в этой игре, я это чувствую, потому что там очень много дэмэджа внес. И ласт слот. Какой ласт слот придумать? Можно сделать... Ну, Тараску я не хочу, тогда бабочку сделаем, наверное. Пусть будет бабочка, да? Не, ну, блин, мне кажется, для колодца по-любому. Слушай, ну я честно не хотел, потому что это слишком изи. Прикинь, рапира бабочка, ну и отхил. Все, типа, ну берешь, забираешь. А ты хотел себе усложнить? Да, я именно хотел себе усложнить. Погнали, погнали, гоу. Кого там убивать? Ес, вообще. На эска. Так, пусть они дефнут, да, слышь? О, кстати, я пойду Рошана заберу. Мне кажется, если ты в ЕСа прыгнешь, ты его заберешь. Вообще без вопросов. Думаешь, потяну его все-таки? Да, почему нет? С дезолейтами у тебя скади. По-любому потяну. У него только Юл, Форс. Все, больше ничего нет. Так, ну что, я тогда в бабочку, и рапиру я забираю у ЕСа, и начинаем тараканелить. Блин, жалко, Рошан не забрал золото. Тараканелить начинаем. Знаешь, эти звуки? Ой-ой-ой, это я знаю такие. Это смешно тебе? Нет. Блин, ты надо как-то рапиру забрать у него. Как-то надо забрать. Ой-ой-ой. Говночистые говновозы. Так, 200. 40 лет как под наркозом я работал, я навозом. Этим не помогай, пусть они фиданут в миду. Ух ты, нет крипов, да? Ладно. Осуждаю. Не помогаем, пусть фидят. Пусть фидят. Я раквачка. Тише, чел, раквачка. Мусор лар там, раквачка. ЕС там прыгнет, сейчас покажет им, как надо. Я бы такой бы пойти только Аегу забрать. Он боится, короче, на ЕС взял рапиру и боится прыгать теперь. Такое будет. Мусыр это карты. Keeper of the Rapira, новый герой. Keeper of the Rapira. По факту, я слился.
Так. Мне кажется, он даже такой может просто за мной сейчас ходить, типа АФК. Но есть. Ну, у меня ульта есть, кстати. Если на тебя прыгнет, то хорошо. Говори, я прыгну. У меня Аега есть. Так что давай. Если что, я тут на топе побайчу. Так, курс сюда. Три минуты. Да, вон что-то нету на карте. Нету на карте. Значит, вот это возьмем и вот сюда куру подведу. Давай я, наверное, подбайчу все-таки. Он по-любому прыгнет, сейчас тараканов на стаку и хаслэмнет он по-любому сюда. Хотя не факт. Сорок минут фарм. А вот что он сейчас сказал после УДИ? Хотелось бы узнать. Вот это, типа, ну... Очень, очень такие жесткие маты. Очень жесткие маты. Оскорбление родственников преследуется по закону. Вот, типа того, вот. А что он еще может написать? Он всю жизнь в эту игру играет и всю жизнь будет играть в эту игру. Что он еще может написать? Конечно, про родственников, лол. Что ему еще делать? Такие люди, к сожалению, существуют. Так, ну у меня бабочка есть так-то. И, наверное, сейчас... Ну они сидят в глухой обороне такой какой-то. Знаешь, что сделаю? Надо бы, чтобы... Они забрали, вышли с ХГ. Я без рапира пойду поломаю немножко. Если уж на то пошло. Если уж они так сидят в глухой обороне, то пусть сидят. Раз уж на то пошло. А бабочка уже, в принципе, есть. 100 золота, 200. Они даже не выходят, понял? Рапиру как ед забрал, он даже не прыгнул ни разу еще. Зачем моя выбирать? Прелесть. Да, просто чисто такой дерзкий. Я сам нафармил потом. Скрины уже пацанам всем разослал из школы, короче. Смотрите, рапиру нафармил на ЕС, у меня 10 фрагов. Да, причем там на какой? На 25-й минуте. Да. Сил, ну буй-буй. Так, ну есть побочка. Побочка имеется. Все, остается рапиру выбить и... Я там, в принципе, за один заход. Не надо, не ультуй. Го, напиши, го-го-го. И пусть они начнут и сольются. Го-го. Го-го-го. Все, го-го, ульти. Блин, а шамана забрали. Опа, зацепили. Сейчас, возможно, Аегу будем собирать. Сейчас, пусть убивают. Так, ульта фена. Хорошо. ЕС прыгнул. Слышишь? Можно будет сейчас это. Ультуешь? Летать? Так, гоу, попробуем. Можно ЕС. ЕСа примешь? А он гоус купил. Гоус, ничего страшного. Там фен в спине есть, что. Хорошо. Не, он быстрый. Быстрый, быстрый. Все, забей, забей. Нормально. Вот. Ты чё, наверное... Все это время. Да, он в песочке сидел, там игрался. Не-не-не. У них сентрики тут стоят. Если прыгнет, я помогу. По идее, должен промахнуться. Я не догоняю его. Ну, уже тут все, минус. Все, нормально, нормально. Ушел ты, да? Угу. Хорошо. Самое главное выполнено задача. Блин, продевардить бы. У него его дефуз, что ли, прокупать? Да, дефуз. Я думаю, дефуз все возьмешь, будет нормально. Рапиру забрать не можем. Если дефуз купишь, рапиру сразу заберем. Спокойно вообще, без вопросов. Рапиру обратно, и я... Сделать надо так, чтобы они в пуш пошли, я доломаю. Самые прекрасные эти... Видосы, которые мы пишем. 40 минут фарма.
Зато какого, да? Всегда это весело было. Так, ну надо как-то подзавардиться. Ес, посмелел немножко. Пошел подраться. Если я куплю типа БКБшку сейчас, знаешь, на меня нападает, мне вообще пофиг на всех. Так, они в мид что-то вышли, да, там? Сейчас мы посмотрим, что они могут. Ух ты, у меня нападение тут. Есть ульта? Нет, секунда, секунда. ЕСа сразу. Хорош. Варды. Берешь? Я рапиру забираю, да. Все, 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 не пуш, не пуш, не пуш. Четыре игрока. Нормально. Блин, варды дропнул, надо поставить. Мне нечего выкладывать. Я выложу. Так вот сделаем. Все, ему уже нечего терять, он пошел. Душить всех, да? Рапиры нет, можно и сдохну. Да, еще нет. Он будет чуть это. Так, ладно, я пошел второй заход делать. Ты там уже сколько отгрыз? Я там 1/3 отгрызена. Допустим, сейчас драка начнется, я сломаю. Не проблема. Только надо, чтобы они с ХГ вышли. Ты там это, не участвуй в драках вообще, пусть они фидят. Вон, снайпера накуканят сейчас, нормально. Хорошо. Надо, чтоб я видел их, что там вышли пацаны, да? С ХГ. Что они там. Кто-то на базе стоит. Фен на базе стоит. ЕС, интересно, телепорт есть? Тревел, да? Хорошо. ТП, ТП, есть ТП, ТП. Хорошо, Феникс на базе что-то втухает. Ну ты если что, суеты наведешь до ультом, они зайдут, пусть заходят ХГ, да? Суету ультом там наведешь, там, да, там по веселухе. 2 секунды. Надо просто, чтобы кто-нибудь, кто-то еще был там, хотя бы немножко. Да, да, да. Сейчас лёгких. Все, наводи суету. Хорошо. Но я грызу. Я много хп сгрыз. Опять он здесь на ЕСе. Я не могу, короче, выйти обратно, понял? Я запарился уже второй раз. Он тебя контролит, то есть чисто за тобой следит. Да тут не в этом даже дело. Короче, в любом случае надо 100% брать с собой тангусы и прогрызать, чтобы вижен, с вижена выходить. Я не понимаю, в чем прикол. Как выжить в этой ситуации, если не прогрызано? Боже, такой бред. Но фиссура на самом деле есть фиссура. Ничего не сказать. Закрывает и все, ничего не могу сделать. Ну, такими темпами, смертями этими. Либо надо ЕС жмыхнуть, да? Убить его. Угу. В принципе, он, я сломаю. Да, может быть, байк уже откадешился, но он байбекался. Да. Блин, ну, если честно, немного мне напряжно. В плане того, что я не могу просто уйти оттуда. Просто не могу уйти оттуда. ЕСа сейвят там. Лоу хэповый ЕС. Нет ульта. Вай, там вообще... Сколько хп? А, у тебя 30 секунд, да, еще? 20. Жалко, жалко. Жалко. Было бы хорошо, если бы ты выбил, постоял бы, я бы куры забрал. Ну, там 20 тысяч хп минусом. Надо его просто ваншотнуть, этого ЕСа, и все. В принципе, там некого бояться. Только надо, чтобы крипы от пушины еще были, не толкать лайн. Точно догрызу. Там остается, в принципе, один фуловый заход. Два фуловых захода, таких, что я дерусь, а потом отхиливаюсь, потом опять дерусь. И все. Думаю, в принципе, не проблема будет. Но мне не нравится, что я оттуда не могу уйти, понял? Вообще, типа, зашквар тотальный. Тангусами. А, ну так надо от 50-й минуты прогрызать. От 50-й надо грызть.
Этериал купил он. Да. А у него лотар был? Лотарчик? Да, есть. Да. Ну, у него был он не знаю, счет купил или когда. Слушай, я не знаю. Не могу тебе сказать. Ясно, бан. Бан. Ларда, конечно. У них там что, гемы есть в центре? Так, я убегаю, окей. Хорошо. Блин, не работает статус фейзов. Ну, такая хрень, честно говоря. Так, ну, блин, будет сейчас внизу драка. Я убью ее. Сейчас, подожди. Покури. Я тут в кустиках сижу. Блин, не достаю. Слишком далеко. Че, решил ЕС так и убить, да? Попробую. Давай. Я, если что... Блин, ну я очень далеко. Куру к тебе направлю. Рапира выпала. Там сейчас идут шакалы забирать, я так думаю. Акура летит туда. На они вот отсюда сейчас прибегут. Лежит рапира? Хорошо. Да, лежит, лежит. Найс. Блин, ну хрена вообще нет. А, глифануть, чтобы засейвить колодец. Ха! Лол, все, отхожу. Нормально, рапиру я забрал, все, пушечкой, дядь. Рапира есть, и сейчас я со второго захода зайду. Со второго захода зайду. Тангус еще подобрал. Так. Половина есть, норм. Да-да-да-да, нормально. Я тут подгрызаю, чтобы можно было проход какой-то иметь. У меня сейчас этот голод откатится. Рапиру тут подхвачу. Блин, F1 не работает, короче, с курьера не могу переключиться. Все, есть. Так, курс сюда. Так, ну у меня 20 секунд есть, 19 до того, как венга реснется. Ну, гоу побью чуть-чуть. Если что, забегу. 9 секунд. Смотри, байбэк. Байбэк. Ха, лол. И убегает. Вот, вот именно то, о чем я и говорил. Чтобы можно было оттуда уйти. Вот, прогресс и все, можно жить. Спокойно. Хорошо. Вот, просто спокойно пробежал. Пробежал, здесь уже не видно и все, ушел. Найс. Так, ну в принципе... Там можешь ты не выходить, главное их выпустить с базы, пусть они идут, минуса дадут по нашим. И я доделаю грязное дело. Я так думаю, по крайней мере. Я могу ошибаться, если что. Я уже два раза сдох с рапира под колодцем. Но ес, смышленый. Так бы, если бы немножечко поглупее ребята были бы, изи было бы вообще. Ес, молодец. Соображает что-то. Я половину отнес ему уже. Отнял. Ух, там СК врывается. С гемом СК. Я выйду. А ест там. Сейчас сделаю драку. Пусть го, го, пиши го, го, пацани. Го, начинайте. Го. Во-во-во. Так, я побежал. Я бью колодец здесь, суету на воде там. ЕС, если что, по возможности, по дизейбле. Так, ну ЕС там бегает. У меня чего убью, скорее всего. Нормально. Забрали, да, тебя? Да. Ну я добью колодец, я так думаю. Илоу. Не успеешь ты проснуться. Летит, 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 летит. Все. Ебан. Ой, осуждаю. Слушай, ну догрыз, таракан чисто такой получился. Ой, бро. Пацани, что делать?
Смотри, one, two, three. Чисто этот, сфоткал колодецем. Скринь, да? Нормально, таки добился своего с третьего. Это третий заход был. А прикинь, если бы мне никто не мешал, там, в принципе, реально за два захода сломать. В принципе, да. Кайф. Ну, в целом рабочая стратегия, ребятки. В целом рабочая. Но если бы оппоненты были бы немножечко глупее, было бы прям вообще легко-легко это сделать все. Прям легко-легко. Но видите как? Yes, молодец. Помогал, так сказать. Не сломать его. Как себе здоровье восстанавливать. Покупать фласки. Типа, я сейчас не знаю, реально, вот чё вот. Вот у них целая база, посмотри, но нет колодца. Вот просто. И ЕС он стоит на базе, он никак не хилится. Ботли, ботли. Брат. Хорошо. Ботли, брат, бери. Гемчик. Я, если честно, не думал, что у меня здесь получится сделать, но в целом получилось. Теперь можно, короче, их... Знаешь что, можешь не добивать их, а отправлять их на колодец, пусть идут баночками хилиться. О, пришел, товарищ. А иди ты. Бедолаги. Половина хп пришел. Хилиться нечем. Даггер, даггер лежит. Хорошо. Так, ну меня видят. Ну сейчас подеремся, мы эту игру закончим и все. Дай. Опа, и сгорю все равно на работе. А! Нет, не сгорел, хорошо. 60 хп осталось, выжил. Ну, на самом деле, это ГГ. 55 минут такие. Ну, эту стратегию... Че говоришь? Почему у тебя паучки горят? А, потому что я с единицы добил. Смотри, какая у них пушка какая. Это, короче, баг. А, каждый паучок унаследует эффект аганима добитого персонажа, если ты с единицы добиваешь. Mm-hmm. То есть, получается, у этих тараканов, смотри, какая пушка между ног. Ту-т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 у, понял? Смотри. Это забавно выглядит. Чё там, хилитесь, пацаны? Сам Кинг стоит на колодце и не знает, почему хил не работает. Пацаны, а чё такое? Ну чё, добиваем? Да, good game. Задачу выполнили, я считаю. Хорошо, спектра всё-таки зашла. Повезло, что они не очень активны вначале были. И в целом, красота. Все, на базе можно поставить миллион сеток, спокойно зайти, побить, подраться. Под колодец уходит, а колодца-то нет. Ну, типа, пойдем, зайдем, дядь. Пойдем. К себе домой. Так, как к себе домой заходим? Колодца-то нет. Чисто зашли. Пацаны бегут машинально, да? То есть это чисто физическая память, когда вот ты спящий, да, играешь в доту. То же самое у них физическая память. Они идут под колодец, а колодца-то нет. Куда бежать? К маме. К маме, осуждаю. Ребят, ну в общем, вот такой видос получился. Этот, на самом деле, эта стратегия, она очень-очень прикольная тем, что во время драк вы можете реально добиться вот такого результата. Спокойно, вообще без вопросов. Но если оппоненты будут чуть-чуть глубее, вот этот ЕС, молодец. Видите ЕСа, да? Пацан постарался, несколько раз забрал рапиру. Вот. Вы можете добиться более лучшего результата, если не будет там таких очень смышленых игроков. И будет прикольно. Просто можно сломать колодец за два захода, в принципе. Ну и на этом все. Как бы... Все. Антон, что скажешь? Просто всю игру фармили, да? Да. Nice gaming, АПК gaming против автоботов. Автоботов. Не, ну в целом же работает, можно же так ломать. На икапе можно. На икапе можно, а в Доте 2 нельзя, потому что в Доте 2 нет колодца. Начнем с этого.
Самое главное, ребят, не забывайте здесь прогрызать такой отходик. И, в принципе, я думаю, как видите, телепорт, можно убегать. Ну и на этом все. С вами был Ксенас, ребята, и до скорого. Всем всех благ. Всех благ. Спасибо.